Паша, ты тут все лето просидел как дурак. Тебе голову лечить надо, а не горло. Сегодня последний день смены. У меня дел по горло. Все, я тебя выписываю, и ты абсолютно свободен. Все.
привет. Привет, друг. Как твои дела? Мне очень страшно. Я боюсь. Меня никто не понимает. Неправда. Я тебя понимаю. Ты мой единственный друг. А я? Ты хочешь сказать, что вот это он твой друг? Он вообще не интересен. Он скучный и ничего не хочет. Неправда. Так, давайте не ссориться. Идем лучше спать. Проснулся. Кто? Вот эту неугомонную Марго зовут. А этого нудного Васёк. А меня Паша. Мы знаем. Приятно познакомиться. Как тут живёшь? Да скучно. Тут нечего делать. Давайте поиграем. Да как? Да тут нечего делать. Отстань, зануда. Давайте. Вы что только? В прятки. Нет, давай не надо. Мы тут потеряемся и все. Нас не найдут. Какой же ты душный. Нет, это не я. Давайте поиграем лучше в две правды, одну ложь. А в это как играть? Ну, если простыми словами, то один человек должен загадать... Два реальных факта и одну ложь. А остальные должны понять, что из этого вранье. Интересная игра. Давайте поиграем. Давайте! Ну, хорошо, Паш, ты начинаешь. Нет, я хочу! Да ты потом начнешь. На меня упал шкаф. Я ломал нос и... Я разбил подбородок. Я думаю, третий. Верно. Как ты узнал? Просто последнее звучит слишком неправдоподобно. Ты бы точно не сломал подбородок. А вот про нос я уверен, я вот тоже его ломал. Ладно. Ну, теперь я. Да, ты, все уже поняли. Так, ну, значит, так. Я не люблю людей, я сплю только 5 часов, еще я поскользнулась, упала на копчик и сломала позвонок. Все? Я тоже мало сплю, у нас столько много классных сходств. Ну не отвлекайся, скажи, где неправда? Первое. Я вижу, ты очень общительная. Угадал! Да хватит уже повторяться, надоело со своим угадал. Я тебя бешу, да? Ты сам капец какой бесячий. Ты можешь просто не трогать меня хотя бы 5 минут? Хватит. Перестаньте действовать друг другу и мне на нервы. Ладно. Мы же друзья? Да, мы друзья. Это вообще-то не по правилам. Ты можешь нормально разговаривать, как обычный человек? Почему тебе все время надо что-то делать? Хватит уже, ты меня бесишь. Да ты тоже хорош. Сидишь что-то, бубнишь себе под нос. Бу-бу-бу. Тебе заняться нечем, да? Да видишь ли, курица. Я не могу ничем заниматься, как пока ты меня тут кувыркаешься, как ненормально. Как ты меня назвал? Знаешь что, урод, иди-ка ты знаешь куда. Ну, куда? Скажи ко мне. Все, хватит. Ты думаешь, ты права, да? Да, я так думаю. А что, нельзя? Можно, только если ты права, то у тебя явно проблемы. Это у тебя проблемы. Да ты можешь хоть немного мне ничего не говорить. Хватит, пожалуйста, на меня орать! Не ори на меня! Ты меня уже бесишь. Кто такой? Ты не знаешь, что ты, Паша? Да, серьезно? Я никогда не забуду, что ты меня позвал дура. Да, серьезно? Серьезно? Ты про это, там не будешь тебя поминать. Да, я про это буду тебя предупреждать, и мне все равно.
обидел меня, кретин. Да, конечно, конечно. Конечно, конечно. Так хватит уже себя так вести. Паша, Паша, стой! Паша, подожди, Паша! Нет! Пожалуйста, нет! Паша! Паша! Оставь меня в покое! Паша, тише! Нет! Тише, все уже позади! Все хорошо! Успокойся! Тише! Тише! Я здесь! Твоя вожатая! Все Лена. Хорошо! Да, я здесь! Все! Тихо! Успокойся! Тихо! Лена, что ж ты здесь? Они меня достали! Я не хочу быть один! Я здесь, Паша! Не ужасно! Все хорошо! Я здесь!